От автомобилей к человеку. Во главу угла при планировании любого города специалисты ставят не машины, а людей. Как настроить мировоззрение на новую волну и как будут выглядеть Чебоксары будущего? На эту тему рассуждали участники открытого градостроительного совета. За 550 лет Чебоксары неоднократно меняли облик. Сейчас архитекторы пытаются найти компромисс между сохранением исторических черт и обустройством города с учетом современных брендов. Про человека на некоторое время забыли. А вот сейчас мы снова возвращаемся и ставим главным в городе человека. И поэтому, наверное, в последнее время, вот несколько лет назад, возник федеральный, под названием «Создание комфортной городской среды». Вот поэтому сами специалисты, архитекторы, градостроители должны поменять мозги, поменять голову, поменять направление своей работы. Поэтому количество участников выездного градостроительного совета не ограничивали. Благодаря открытому микрофону высказывались и бывалые архитекторы, и молодые дизайнеры. Города на Волге чем-то схожи, и перед творческим сообществом стоит задача, чтобы у нашего города был свой характер и яркий узнаваемый образ. Стоит отметить, что встреча состоялась на базе выставки Чебоксары вчера, сегодня, завтра, где наглядно рассказывается об архитектурно-градостроительном развитии столицы Чувашии. Удивительные идеи, воплощенные в жизни, оставшиеся мечтами. Реальность и фантазия – все это наша столица. Загляните в Центр интерьера и дизайна на улице Ярославская, 29, и вы увидите знакомые и незнакомые Чебоксары. Ирина Волкова, Бахтияр Велиев, Республика.